Истину Аллах принимает только от богобоязненных. Вопрос «Аллах доволен тобой или разгневанный» – это явно не выявляется. Нету откровения. Нету откровения сейчас, где говорится «Аллах доволен таким-то человеком или разгневан над другим». Но Аллах, славен Он и велик, сказал, что Он доволен такими-то хорошими делами и гневается другими плохими делами. Аллах не желает своим рабам неверия. Аллах не желает неверия. Аллах Пречист, Он и велик, не желает для своих рабов неверия. Аллах благословен, Он и велик, желает для своих рабов совершения благих дел. Ты, если являешься человеком, идущим прямым путем и выполняешь все, что желает Аллах от тебя, то Аллах доволен тобою, и в этом есть основа. Также и противоположность. Если человек далек от Аллаха, благословен Он и велик, и делает все, что гневает Аллаха, то Аллах гневается над ним. В этом есть основа. Человеку следует совершать благие дела, усердствовать в них и надеяться. Надеяться на Аллаха, благословен Он и велик. Надеемся за праведного и боимся за грешника, но все дела у Аллаха, благословен Он и велик. Возможно, там есть признаки,